Всем привет с острова Сицилия. Сегодня не с нашего апельсинового хутора, а с террасы нашей городской квартиры. Пока мы еще совсем не переехали на хутор, мое утро практически каждый день начинается так. Сегодня у нас уже 17 августа. 15 августа итальянцы праздновали Успение или Вознесение Богородицы. И я хотела бы немного об этом рассказать не с видом на меня, в сарафане, в котором я приезжала еще 12 лет назад впервые на остров Сицилию, а с роскошным видом с нашей террасы. Успение Богородицы и Феррагоста, которым итальянцы завершают сезон больших летних работ, является одним из самых крупных летних праздников. В обрядах этого дня слились элементы христианства и язычества. Еще древние римские жители торжественно отмечали окончание жатвы праздником, посвященным древнему итальянскому богу земли и посевов – Консусу. В современной Италии жители отмечают 15 августа обычно так. Днем местное население оставляет в городах только туристов. Все местные жители уезжают к морю или в горы. Здесь у нас в Шаке вечером местные возвращаются в город, так как из храма выносят статую Мадонны и несут по улицам города. Эта церемония состоится два раза в год, в феврале и сейчас в середине августа. Мы в феврале в этой церемонии участвовали, и уже тогда было в городе столько людей, что волосы упасть было негде. Поэтому сейчас в августе у нас, кроме местных жителей, прибавились еще туристы, и мы решили подождать опять до февраля. В феврале обязательно сделаю еще раз съемку и поделюсь с вами. Но вернемся к Феррагосту. После этой церемонии начинаются на улицах гулянья. Обычно организовываются на морском побережье и на городских улицах различные мероприятия, концерты. В 12 часов ночи нас порадовали салютами, которые организовываются обычно у нас в Шаке здесь, в порту. Ну а затем празднуют до утра. Ты проснулась? Да. Лапочка ты моя. Ты маму потеряла? Да. Пойдем расчесываться? Ага. Пойдем. Лисёша спит еще? Да. Ну пойдем. Ты сказала, что ты в компании. Правда? Нет, дочка. Я сказала, может быть она на крыше? Нет, в компании. Оказалось, на крыше все-таки, да? Смотри, Сонь, какая яхта там. Черная, видишь, серая? Рядом с лодками, не видишь? Да, там. Большая там. Она. Там. Угу. Здоровская какая, да? Это было... Это из Симона. Правда? Да. Точно, точно, да. Thank you.
система. Мы сейчас заехали в рыбный магазин, купили моллюски и рыбу, и теперь едем на хутор. По дороге на хутор хотим заехать к одному из соседей, который держит баранов и коз. Когда мы собирали урожай кукурузы, мне многие зрители писали, что стебли кукурузы охотно едят козы. Так мы и сделали. Раздали стебли кукурузы соседям. Один из них живет рядом с нами, его участок граничит с нашим участком, а другой живет улицей дальше. Он уже в пожилом возрасте, его через 2 недели ложат на операцию, поэтому заедем сегодня и проведаем его. Для чего я сделала съемку, как мы заезжали к соседу? Этим я хочу затронуть тему интеграции в Италии, и в частности здесь, на острове Сицилия. Я не знаю, есть ли еще на нашем свете место, где интеграция будет проходить проще, чем здесь, на острове Сицилия. Итальянцы, и в частности сицилийцы, очень дружелюбный и, должна сказать, очень любопытный народ. Поэтому здесь даже нам не приходится ходить от дома к дому и представляться. Соседи придут сами. Они обязательно хотят знать, кто живет с ними рядом по соседству. Хозяйничать на кухне сегодня в очередной раз будет Филиппо. Он планирует приготовить на ужин 2 рыбных блюда. Горячее блюдо – спагетти с моллюсками и тыквой. И холодную закуску или холодный рыбный салат.
Здесь у нас моллюски. С моллюсками и тыквой мы сегодня будем готовить пасту. А из рыбы мы будем делать холодный салат с сельдереем и с морковью. По принципу, как мы делали салат из осьминога. Рыба по-итальянски называется рацца. Свежая рыба и морепродукты, и свои свежие овощи из огорода. Что может быть лучше? Для горячего блюда нам понадобится... Лук, чеснок и тыква. И тыква. А также макароны и моллюски. Да. Лук Филиппу нарезал мелко и будет обжаривать его слегка на оливковом масле. Пока лук обжаривается, нарежем тыкву на кусочки. Филипп решил, что тыквы нам будет мало, поэтому сбегаю в огород за второй. Тыкву Филиппу добавил к луку, слегка ее обжарит, а затем в тыкву мы добавим воды. Тыква должна абсолютно свариться до готовности, а точнее развариться до консистенции соуса. Лук с тыквой Филиппу слегка посолил. Сейчас добавим еще черный перец. Самое главное, тыкву не пересолить, потому что моллюски, которые мы добавим позже, дадут соленый сок. Вода в соседней кастрюле у нас закипела, поэтому моем рыбу и будем ее варить. Из рыбы, как я уже сказала, будем готовить холодный рыбный салат. Глаза. Рыбе не хватает хвоста, потому что рыбу мы просили почистить в рыбном магазине. Ей отрезали хвост и разделили ее на две части. В воду с рыбой Филиппу добавил лавровый лист и лук. Пока тыква и рыба варятся, Филипп чистит моллюски, а я почищу и потру морковь и сельдерей на салат.
рыбу Филипп варил, пока она не начала отставать от костей. Я в это время натерла на корейской терке 3 небольших моркови и порезала на мелкие кусочки сельдерей. Свежие овощи я замариную лимонным соком и с солью. Наша тыква разварилась, моллюски довариваются. Самое время ставить на огонь кастрюлю с водой для спагетти и накрывать стол. Филе рыбы на салат остыло. К овощам на салат я еще добавила паприку. Паприку добавляем в конце, потому что ее мариновать не нужно. Филе рыбы добавляем к овощам, заправляем чесноком и оливковым маслом. Добавляю мелко нарубленную петрушку. Рыбный салат готов. В это время наши спагетти уже варятся. Часть вареных моллюсок Филиппу оставил для декорации готового блюда. А часть моллюсок Филиппу почистил. Сначала он мелко нарубил чеснок и обжарил его слегка на оливковом масле. Затем добавил вино. После того, как вино испарится, он добавил петрушку, моллюски, а также часть сока, который выпустили моллюски при варке. Теперь к моллюскам добавляем тыквенное пюре и все перемешиваем. Спагетти мы отбросили на дуршлаг и добавляем к соусу. Все перемешиваем. Паста с моллюсками и тыквой готова. Помидоры, которые я сеяла в конце июля, у меня уже подросли до такого размера, что их можно пересаживать. А сейчас у нас вечер, работать мы, конечно, стараемся из-за жары по вечерам. И кроме того, саженцы, конечно, за ночь лучше приживаются. Если их пересадить утром, то они просто погибнут из-за жары. Сейчас убираю грядку, на которой у меня росла цветная капуста. Урожай цветной капусты у нас получилось собирать даже летом. Несмотря на то, что на Сицилии капусту выращивают только зимой. Была она не таких размеров, как зимняя капуста, но все-таки урожай собирали. Поэтому убираем сейчас грядку и высаживаем помидоры на ночь. Thank you.
здесь проложен капельный полив. Грядку я освобождаю только для того, чтобы посмотреть, где капает вода, чтобы именно в те точки высаживать помидоры. А затем всю траву, все сорняки, которые еще не зацвели, этими сорняками я опять замульчирую грядку. Здесь мои помидоры под кустами укропа. Вот такие саженцы уже выросли. Выбрала самые лучшие саженцы. Всего здесь у меня поместится 9 саженцев. Сажать помидоры буду глубже. У них на стебле со временем вырастут новые корни. На той части стебля, который уйдет в землю. И помидоры будут стабильнее. А землю я не удобряла. Не удобряла даже овечьим перегноем, который обычно использую для удобрения грядок. Это у меня сорт мелких помидоров, черри, поэтому я надеюсь, что все-таки они успеют в этом году еще вырасти и созреть. Грядка с помидорами на следующий день. Помидоры все за ночь принялись, несмотря на то, что в грядке потоптался наш Белло, все помидоры целые. Я сегодня все-таки решила собрать остатки календулы. Календула у меня здесь отчасти уже отцветает. Семена осыпаться будут сами. Другую часть я хочу собрать и рассеять по всему участку. Кроме этого, у нас на острове растет, как я заметила еще в марте, на нашем другом участке, дикорастущая календула. Календула в той зоне, где у нас есть участок с оливковыми деревьями, растет повсюду. Но, насколько я могу вспомнить, мы на Сицилии еще первый сезон только, календула начинала цвести примерно в марте или в конце февраля. Я точно не могу вспомнить. Поэтому я все-таки решила сегодня собрать цветущую календулу, которая здесь у меня есть в грядке. Сажала я ее для того, чтобы защищать капусту от капустной мухи, что в моем случае, как я считаю, сработало. Кроме этого, сегодня я хочу собрать мяту. Мята у меня, к сожалению, уже зацвела, что означает, правильное время сбора я все-таки пропустила. И еще у меня растет базилик. Базилик перечный и базилик лимонный. Эти два вида базилика отлично подходят для чая, поэтому соберу сегодня их. Так как у нас на Сицилии довольно-таки ветреный климат, дожди летом не идут, и растения обычно пыльные, поэтому все растения я сначала вымою из шланга обыкновенной водой из колодца, и как только они высохнут, начну собирать урожай кухонных трав. А почему мыть нужно до сбора, а не после сбора? Потому что как только мы цветочки отделим от растения, они сразу же закроются. И вымыть и высушить их будет практически невозможно. То есть они начнут плеснеть. Поэтому моем заранее, еще до сбора, а только потом собираем. То же самое делаю с мятой и с базиликом. А мята, насколько я помню, растет здесь круглый год. Круглый год можно собирать
зеленую мяту на чай. Но я все-таки хочу собрать некоторое количество и сделать травяной чай, чтобы всегда был под рукой. На тот случай, когда не будет времени пойти в сад и собрать свежую мяту. Перейдем к базилику. Хотела бы еще дать один небольшой совет по сбору кухонных трав. Кухонные травы лучше всего собирать ближе к обеду, так как их полезные свойства теряются за ночь и начинают прибавляться с утра в направлении обеденного времени. После обеда полезные свойства начинают опять уменьшаться ближе к вечеру. Поэтому из-за кухонных трав нужно сделать исключение и работать в огороде не утром или вечером, а именно в обеденное время. Ну и первый совет был, конечно же, если ваши травы пыльные, как мои, то мыть их лучше всего на кусту. Пройдет буквально 5 минут, и все травы, которые я вымыла, будут сухими, их можно будет собирать. А я в это время соберу пока помидоры. В настоящее время я активно занимаюсь сбором семян буквально со всего, и, конечно, тоже с помидор. Помидоры у меня растут только сортовые, я сажаю из года в год только сортовые помидоры. В огороде у меня нет никаких гибридов, поэтому смысл собирать семена есть, чем я сейчас и займусь. А также заодно соберу пару килограммов помидоров для нашей тети Зины. Еще бы хотела сказать пару слов по тому поводу, почему мои помидоры выглядят так. Это, как известно, наш первый сезон на Сицилии, поэтому мне приходится учиться работать в огороде заново. Здесь, на острове Сицилия, абсолютно другой климат, как чем в Германии, поэтому с помидорами мне приходится обходиться абсолютно по-другому. Если в Германии я всю зеленую массу, то есть большую часть зеленой массы, удаляла, то здесь с несколькими кустами помидоров я тоже попробовала сделать так. И когда у нас температура поднималась до 49 градусов, то все плоды помидоров, которые росли на кустах с удаленными листьями, они сгорели. А другие же помидоры, за которыми я не ухаживала, эти помидоры не были повреждены солнцем. Собираю как для семян, так и для того, чтобы позже, я все-таки надеюсь еще на поздний урожай огурцов, и укроп мне пригодится на засолку огурцов. Позже его рассортирую на веточки уже с готовыми семенами. И на веточке еще с зелеными соцветиями. Укроп.
укроп я вместе с календулой хочу рассеять по всему участку. Считается, что укроп помогает, защищает огород от муравьев. С муравьями мы хоть и учимся жить, но все-таки определенную проблему они составляют. Поэтому будем пробовать все приемлемые нам методы. Приемлемые означает без какой-либо химии. Семян мне достаточно, остальное укроп свяжу в пучки и повешу сушиться. Да, дочка? Закрыла курочек? Я их опять выпустила, потому что у меня чашка вода была. А, так ты запустила их теперь или нет? Нет, еще нет. Нет, я сказала, там, где ты посадила маис. Да. Там у тебя огурцы выросли. Правда? Вот это да! Вот это мама волшебница. Сажает кукурузу, вырастают огурцы. Ой, дочь, я там кукурузу уже давно-давно сажала. А семена все мышь съела. Я там видела, что норка мышь. Правда. Я видела, потому что там маленький листочек. Лиза, знаешь это что? После того, как я сажала кукурузу, уже позже я посеяла... Огурцы. Нет, тыкву. Там тыква у меня. Только что вспомнила. Видишь, посеяла и сама забыла. Здесь в тени дерева отличное место для сушки. Как лука, так и трав. Ту же самую работу проделываю с базиликом. Делаю небольшие пучочки, а чтобы быстрее высохли. Напоследок соберу еще календулу. В ближайшие дни планирую заготовить еще другие кухонные травы. С апельсинового хутора на сегодня все. Вам желаю только всего самого хорошего. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока!